За переработку отходов заплатит федеральный бюджет. Возможность финансирования обсуждали сегодня на встрече главы республики Вячеслава Битарова и руководителя департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СКФО Романа Саркисова. В разговоре также принял участие начальник управления Росприроднадзора по Северной Осетии Виталий Кукоев. Роман Саркисов сообщил, что его ведомство готово помогать в решении экологических проблем. В частности, окажет содействие в разработке региональной программы в сфере обращения с отходами. Говорили также о необходимости строить очистные сооружения. Вячеслав Битаров подчеркнул, что эту проблему без федеральной поддержки республики тоже не решить. В Северной Осетии сейчас очистки сточных вод фактически нет. Глава республики обозначил еще одну проблему. Жители сел, расположенных на территории Северо-Остинского природного заповедника, не имеют права проводить ремонтные или строительные работы в своих домовладениях. Вячеслав Битаров предложил рассмотреть этот вопрос и учесть интересы людей.